Казачата средней школы номер 18 села Юровка берегут здоровье с молоду. Осознанно прошли узких специалистов, измерили рост, вес, сдали анализы. Так как мы ведем активный образ жизни, участвуем во всех мероприятиях района, края, и нам это очень полезно, следить за своим здоровьем. И почаще бы такие мероприятия проводились. В Доме культуры села Юровка аншлаг. Пройти полное обследование бесплатно и при наличии только паспорта и медицинского полиса желающих много. Это кардиологическая и терапевтическая служба. На втором месте это эндокринолог. Большие очереди также к окулисту. Востребованная тоже специальность. К настоящему моменту к 11 часам прошло уже 297 пациентов. Измеряли рост, вес, артериальное давление, проверяли уровень глюкозы и холестерина в крови. На ультразвуковое исследование брюшной полости было так много желающих, что талоны разобрали быстро. Татьяна Щадная приехала в Юровку в гости из Сибири отдохнуть и подлечиться. И была приятно удивлена проходящими на Кубани выездными днями здоровья. Здесь есть такие специалисты, которых у нас даже в городе нету. Просто никто не хочет ехать в Сибирь. Вот, поэтому нам приходится выезжать, подлечиться сюда, в теплые края, Краснодарский край. Эндокринолога у нас нету, буквально нету такого врача, а заболевания очень развиты. Для многодетных такое медобследование особенно удобно. В город ехать не нужно. Все специалисты почти с доставкой на дом. С детками пришла. С четырьмя детками. Что будете проходить? Кардиолога. Почему? Ну, нам педиатр сказал, что пройти, чтобы он посмотрел сердце детей. Глава курорта Сергей Сергеев распорядился провести Дни здоровья до наступления летнего сезона, когда все селяне занимаются садовыми и огородными работами.